Ребята, всем привет, с вами снова я, Геймер Панда М, и на этом видеоролике хочу вам показать один крутой баг-телепорт в Бравл Старс. Ребята, но перед началом данного видеоролика, пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской, так как я стараюсь именно для вас. Ребята, сразу говорю, то что баг срабатывает только на бойцов 8 бит и вольт. Да, ребят, я на днях купил Бравл Пасс, и у меня теперь есть замечательный боец Вольт. Кстати, мне он очень нравится. Пишите в чат, кому нравится Вольт. Ребята, ну что ж, давайте начинать играть, и я вам покажу, как надо это сделать. О, ребята, вот игра началась, и, кстати, мы очень близко к этой стенке, чтобы я вам показал этот баг. Стреляем вот в этот угол впритык, и в этот. И мы отходим вот сюда и стреляем прямо в середку. И вот, ребята, вы видели, нас степнуло именно в это место. Ребята, это очень крутой баг. Пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской, потому что это реально очень крутой баг. Я старался именно для вас. Ребята, вот этот баг я хотел вам и показать. Ну что ж, ребята, этот видеоролик подошел к концу. Не забудьте поделиться этим видеороликом со своими друзьями, потому что этот видеоролик очень годен. Ребята, если вы хотите, чтобы я находил все больше и больше багов в Бравл Старс, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи, ребят! Всем пока!